И новости короткой строкой. Инвесторы из Турции заинтересовались владивостокскими хаятами. Детали дела с бизнесменами обсуждал вице-губернатор Приморского края Алексей Немков. Иностранные предприниматели уже осмотрели отели и взяли время на принятие решения. Владивосток продолжает бороться за звание столицы тотального диктанта. По итогам всероссийского онлайн-голосования за город у моря выступили почти 1500 человек. Владивосток занимает в рейтинге второе место. Первый на данный момент – Иркутск. Студентка из Приморья в числе лучших российской национальной премии «Студент года 2017». Ученица Приморского краевого колледжа культуры Юлия Хохлина вошла в тройку в номинации «Студенческий лидер профессиональных образовательных организаций». А Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит музыку из «Гарри Поттера» и «Звездных войн». Услышать знакомую музыку вживую можно завтра, 23 ноября, в Приморской краевой филармонии в концертной программе «Музыка Голливуда» Джон Уильямс.